Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, смотрите продолжение партии за Римскую империю. Сделаем Римскую империю великой снова в Old World, в древнем мире. Подробности в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии, там точнее на весь плейлист вообще. Переходите, смотрите. Сетевая партия, между прочим, против меня живые люди. Проверяем, как сетевой код в Old World работает. Ну и вообще, мне кажется, из последних новинок Old World одна из лучших глобальных стратегий. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Ваш сын является... Главное, он сам незаконно рожденный. Вон, видите, написано незаконно. Так еще и он. Слушайте, незаконно рожденный сын моего правителя явил миру нового незаконно рожденного сына. Круговорот незаконно рожденных детей, короче, в Риме. Плохо. Безостановочно. Да, забавно. Красить волосы смесью свинца и серы приводит к проблемам здоровья. Конечно, приводит. Так. Нам надо вот тут заниматься. О, не убили мне скаута. Это ж здорово. Ой-ой-ой, тут, кстати, больно будет. А, ну ладно, что войны не было, его и не убили, конечно. Блин, мне кажется, минус прачник у меня сейчас будет там. Ой, походил уже. Ресов у меня дофига на самом деле. У меня не хватает ходов. С другой стороны, вот тут если мы заселимся уже, то мне надо вот эти все. Так, повысить юниты 10 раз еще. Надо следить. Сколько у нас лет? 48. Но я должен эту амбицию выполнить, наверное, до его смерти. Да и повысить юниты должен. Блин, мне кажется, минус скаут и минус... Ну, вообще, этот прачник стоит в лесу. Так. Ну их тут очень много, этих данов накопилось, конечно. Интересное событие с рыбкой, типа, как оно на вкус? Никто не знает, что там может быть. Там, либо как же оно успокаивает, либо интересно, какова она на вкус. Ну так попробуй, расскажешь нам. Так, у нас губеры. Я бы губеров поставил, где это возможно. О, праведный. Так, это мы... 4 приказа использовали.
Мы уже выбрали все. Видите, мы не можем каменоломню строить на пустыне тоже. Что плохо? Просто сюда подойду. Я хочу этого мечника тут в кордубе разместить. Блин, я думал, что вот тут у нас будет еще один город этих фабиев, но получается, что нет. Что у них и так три города. Скорее Клавдиев надо будет ставить, потому что они на сельские специалисты, а тут, тут у нас есть, короче, сельские специалисты, которые надо ставить. Так, мне... Убили, копье убили. Не копье, в смысле, мечника. Так, бараки, Одион. Нам два хода до рощ осталось. Вот этим давайте лучше здесь каменоломню. Ну, дерево у нас до хрена, еды у нас до хрена. Пока, наверное, ждем, не знаю. Ага, вот тут гарнизон, так. Блин, Флоренция это где? Нет, сюда нельзя, мне кажется, уменьшение жителей. Да, вот этого давайте, принцессу Плавтию. А в Авентикум... Сибирия. Все, один приказ остался. Шесть городов зороастризм, два города иудаизм. Так, христианство, метафизика нужна. А манихейство, монашество и христиан. Ну вот, короче, метафизика. А метафизика у нас где? Вот она. Блин, наместник Квилей погиб.
Давайте непоколебимы как раз против племени. Так, вот теперь можно уже подводить посела. Через 4 хода появится юнит. По идее, мы должны за 4 хода этого убить. Заселимся. Распутным герцог становится. Эмилия Рискублина, она, правда, старая. Тут еще плотник. А, это на юнит, я думаю, может, на лесопилке как-то. Ну, ладно, все равно Эмилию рисковую посадим. Вообще надо юниты повышать потихоньку, чтобы выполнить амбицию. Вообще тут бы деревню строить, реально, а не ферму. Игра тут предлагает. Ну, вообще, наверное, да. И здесь деревню надо. И здесь деревню. Вторую. Я вроде вот так хотел. Так, ну развитие вроде более-менее. По количеству городов в принципе... 6 у Вавилона, 5 у Грека, 7 у меня, 6 у Египта. У меня будет 8. То есть я сейчас 8 поставлю. Больше у меня нету места для городов. И вот с этими 8 городами надо будет как-то взлететь. Так, идем... в рабочую силу. А сейчас мы что открыли? Блин. А, укрепление земель, да. Рощи надо строить. Предложение брака для вашей дочери принцессы Плавти от Клавдиев и Юлиев. Вообще надо Клавдиев принимать. Минус харизма, отвага, дисциплина. Надо Клавдиев. Есть караван. Так, и мы его отправим. Давайте, наверное, в Египет. В
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Блин, везде рощи надо. Так, два приказа можно купить. У меня очень много рощ. Ну и тем более это у нас амбиция. Так, теперь надо повышать юниты. Следующим ходом, я думаю, мы уже поставим город здесь. Налет около Ферранды. В Вавилоне царь отрекся от престола? Ну вот, о чем я и говорил. Трындец. Блин. Так, национальную сокровищницу положим. Основываем Клавдиями. Миртойское море. О! А у нас вот там можно еще высадиться, кстати. Так, спешим на помощь. В академии все обсуждают копию речи, произнесенной неким прославленным преподавателем политики. Одним поздним вечером к вам с очень задумчивым видом приходит Спурий. Так, Спурий становится набожным, теряет статус распутный. А давайте, пускай набожный, но не распутный. Это лучше. Мы должны тщательно изучить эту краску. Я обычно на город нападают, а не на рабочих, так что я как-то так без страха немножко начинаю. Все закончилось, да? Приказы закончились. А на самом деле два хода надо что-то построить, потом мы будем рощу... Наверное, совет два хода поделал здесь. Домик один ход. А, ну тут можно стены в связи с близостью Египта. Так, следим за налетом. Нет, по-рабочему все-таки. Ну, что ж вы делаете? Минус рабочий. Так. Против дальнего боя, против поврежденных целей, против племени. А этот... Против дальнего боя, против тоже поврежденных.
Оглушение, видите, вот этот не будет следующим ходом ходить. Так, один ход, чтобы в рощу посадить. Так что совет. Там мы двумя юнитами отобьемся. Пошли исследовать. Хочется, чтобы не, мой царь не умер, чтобы хотя бы я эту амбицию выполнил. Потому что когда наследие, когда амбиции выполняются того царя, который умер, то всего 5 легитимности, а так 10 дадут. Как больно, слушайте. Все, следующим ходом умрет. А, все-таки мы выполнили. Мы выполнили эту амбицию, зашибись. Так, ну здесь надо будет отступить в центр города и полечиться. Надо больше юнитов туда подводить. Так, тут мы, наверное, свободу возьмем. Бесплатный лучник на верблюде или бесплатный слон? Наверное, лучника на верблюде. Блин, тут дорога какая-то нужна. У меня вот эти города очень так серьезно отсоединены, скажем так. Мудрая, харизматичная, отважная, но не дисциплинированная. Ну, денег у нас много. Но тут уже вот эту рощу опасно. Я бы просто его спрятал пока в город. И этого тоже... Блин, не успел.
Эти пошел нападать на него. 1000. Нормальный караванчик. Сбегал. Так, красноречивый, распутный или интриган? Интриган, нормально. Прийти, мне же было написано, что он умрет сейчас. Прошлым ходом было написано, он нифига не умер. Тактик. Так, а здесь, я думаю, можно лесопилочку еще одну пока сделать. Египет куда-то поселенцы ведет. Видимо, там тоже есть места еще. О, у нас еще один приказ есть. Так, он везде есть, губернаторы, да. Гарнизон в Аремине и на Визи. Ну, это в новых. Это новые города. Так, ну, в принципе, неплохо. Значит, у меня уже 8 городов. У Греции 5, у Вавилона 6, у Египта 6. Но он там еще одного ведет. То есть я раньше всех 8 городов поставил, и, соответственно, они раньше всех у меня будут развиваться. Плюс у меня сейчас должно быть много счастья. Я сейчас вот рощи всякие позаканчиваю и начну получать благовония. Что там у нас? Лаванда. Тут надо до вина дотянуться. Лаванды. Вообще тут 2 штуки. Но апельсины не... Роскошь, это просто как ферма, типа, будет. Так, тут тоже у нас благовония, апельсинки. Вот сюда надо теперь, после того, как мы тут отобьемся от варварского нашествия, надо будет вот сюда плавать. Но сюда мы без кораблей не можем попасть. Так что нам надо... Ну, нам в любом случае у меня стоит упор в навигацию, потому что надо крепостничество взять. Надеюсь, мне от этого мечника не убьют. А, все-таки сейчас умер. Хочу с данными мириться. Ну, давайте перейдем в зороастризм. Может быть... Ну, у меня вообще только один город. Смысл мне ее делать... Эти ваши города один. Смысл мне ее делать национальной религией. Да, кстати, вот тут Одион вполне в тему будет. Так, 3 раза еще повысить. Но у меня есть более низкого уровня, да, где-то юниты. Ладно, пока
скаутами все равно хожу. О, это Вавилон. Хм. Ладно, заканчиваю ход. Ну, по науке я должен отставать. Знающие, знающие, знающие. Слабее, сильнее. Вавилон сильнее. Египет аналогично. То есть грек слабее, Вавилон сильнее, находится рядом с греком. Ощущение, что Вавилон хочет на Грецию напасть. Я думаю, если он будет нападать на Грецию, то нам надо и с этой стороны будет вписаться. Так, а скифов тоже уже нету, да? Тоже там вы у себя их распилили? Так, воинственный, вдохновляющий, обходительный. У меня вот ровно тот ход загрузился, который... Да. Блин. Воинственный, вдохновляющий, я думаю. Умелый контролировать 5 старших специалистов, племенной союз. Нет. Вообще все нормально, да? Играем? Да, вроде да. Да, я уже играю. Не, вот эту благовоние сначала. О. Так, слушайте, дороги, наверное, надо прокладывать. Как минимум, как велее. Так, а где тут? Его нет. Пять. Ну, мне показалось, что вроде все загрузились. Лёш, ты здесь? А вы меня опять не слышите? Ну, сейчас слышу. Опять вылетел, зашел. Ты опять вылетал, да. Это какой-то прикол. Так, а давайте-ка начну тут рощу. Он уже точно мне рабочего не убьет. А рощи нам нужны. Казначейство. Ну, давайте указ. В Армениуме рабочий форум. На Визеуме форум есть. Тогда, наверное... А, тут уже так. Тогда. Кстати, охотника... таймер отключен, если что, сейчас. Да, включил. Так, тут все второго уровня. Ополченец не улучшается. Эти тоже второго уровня. Посмотрю, кого мне апнуть. И этот второго. Ну, вот этого можно. Давайте на стражу. Еще один уровень остался. Ну, я кого-нибудь из этих. Вот, на орлиный глаз. Отлично. Выполнен. 4 амбиции выполнены. Почему в Египте много и науки? У меня же есть семья, которая за специалиста науку дают. Ну так у Вавилона конкретно там на науку и тоже семья есть. Мне просто кажется, что
Вавилон больше заточен на науку, Египет больше на строительство чудес. А вышло наоборот. Ну. Вся проблема в том, что у меня не было камня изначально каких-то творений. И вас можно добывать, строя каменолом, снег. Ну, я пока нашел территорию, где оно выгодно строить. Так, этого убиваем. Тут бежим с этим разбираться. Да ну, блин, опять. Добавить слонов. Добавить серебро. Блин. Ферранди. Не, ну ячмень точно нет, а вот слонов или серебро... Я бы слонов, наверное, все-таки. Тут есть одни слоны, но еще слон. Да, где-то далеко, правда, они добавились. Да, оливки отдаем. Ну, потому что, видите, у каждой семьи есть свои требования. Когда мы их выполняем, видите, нам вино надо для Юлиев. И для Фабиев, кстати, тоже. А вот красители. Мне поэтому тут надо... заселять, потому что там красители. Так, копейщик, топорщик. Не, надо прорицание открыть, я думаю. Один ход еще до того, чтобы тут садовника, тогда можно, я думаю, совет провести. Здесь спецы нужны, ладно, казначейство, тогда вот этого надо вот здесь ферму строить. Садовник. Вот тут у нас еще вино. Надо дотянуться. Тут лаванда. Надо дотянуться. Надо расширять как-то границы. Злопамятная, надеялся, праведной станет. Так, любовник. Нет, лучше дисциплина. Так, царица. Новые юниты. Плюс цивики. У нас и так дофига цивиков. Давайте просто мудрый сделаем. И у нас лаванда лишняя. Какой город отправим? В Рим. Дорога соединена. Она пустынная.
эти дороги строить, получается. На пустыне вообще, да. По-моему, там есть только определенные семьи. Каменоломни можно строить. Вот, вот, возможно, это недавно появилось. Не, вот я не могу каменоломни в пустыне строить. Не можешь? Ты посмотри, может, у тебя семья на это дело. Не. Там, может быть, возле горы можно строить каменоломню в пустыне. Да, наверное, может быть, возле горы. Просто в пустыне вот я не могу строить. А, давайте тут ферму. Так, а тут бы я дорогу повел. Или мы тут через реки, через море скорее будем соединяться тогда. Фиг знает. Так, гарнизон надо, да. Починить. Олимпиада ученая. О, что-то у вас они там дохнут, как мухи. Сам не пойму. И даже рыбка не помогла. Так, прорицание, вот навигация нужна. Тут бы армию строить скорее в этом городе. У меня тут они очень хорошо. Пожалуй, куплю приказы, чтобы вылечить, а также куплю приказ, чтобы отправить лаванду. По-моему, время я лаванду уже отправляю, нет? Блин, я опять... Так, господи, я не понимаю, что-то... Они что-то сделали с интерфейсом, что мне надо несколько раз нажимать. То есть я отправлял уже, но... Надо проверять, отправилось оно или нет каждый раз. Во, в Аквилее уже наоборот накапливается. Нифига, сколько у тебя рыбы тут в Дельбаче город. Вавилон. Если бы она еще была полезная для чего-то. Она ж кучу еды дает, и там можно просто. Ну так. Ну, и 5 очков разницы, это чисто работает. Из-за... Если ты не построишь этих специалистов, ведь, то тебе эти граждане... Чудес и... Ну да, но специалисты, ну, можно ж построить. Так, Кицаля, как бы нам так, блин, встретиться бы с тобой? Ну, я даже уж не представляю, где ты находишься, поэтому как... Ну, я вот, например, около Вавилона, как понимаешь, с другой его стороны бегаю. Какие города Вавилона ты видишь? Хорошо, а города Греции ты видишь? Я их вижу, но я, к сожалению, не вижу их названий. Вот разведчик, я... разведчик Рима слева от города Кумая находится. Но я не вижу этот город. Кумая? Так это ж, подожди, это же римский город по названию, или это... Не-не-не. Не.
Это самоназванный город. Не, это да, это игра так назвала. Ну хорошо, Вавилон же ты видишь, правильно? Да, конечно. Вот мой разведчик слева от Вавилона где-то в районе 10-15 клеток. А ты можешь подойти к воде? У меня просто там кораблик плавает. Да. Если ты подойдешь, мы увидимся. Ну, хорошо, я у воды... Бутчерс Бэй, ты видишь этот? Просто налево поплыви, вот налево. И плыви налево, налево и налево. Угу. До конца. От, от Дельбата, да? Вот, да, вот. Прям в глубину туда. Только ты вниз плывешь, а не налево. О, да, теперь налево. Ну вот, я подплыл к греческому городу. Какому? Ну вот, видимо, это тот самый, о котором ты говорил, да? Так ты можешь навести на границу. И а, там да, будет это написано. Кумы, да, это Кумы. Ну вот, да. Я тогда сверху от него, у меня там скаут. То есть да, по морю... Значит, на следующий ход мы встретимся. Так, конкурс поэтов, отвага, мудрость пускай. Хотя... Подождите, а это Рим? Нет, давайте лучше отвага. Там нам для строительства юнитов отвага лучше. Нифига, у меня тут налет внезапный. Да, у меня уже был. Они еще, сволочи, специально вот именно делают там, где армии нету. Да, да, вот реально. Я думал, будет из пустыни обычно налет, а у них, видите, вон оттуда. Там еще и Вавилон сильнее. У тебя оба твои соседа сильнее. А ты армию не строишь. Выглядит как вызов. Так, наверное, щедрый покровительниц или счастье. Давайте счастье. Так, это у нас наследница, принцесса. Опять философию. Так, Лёш, значит, где ты там сверху от Кум, да? Да. Не-не-не. Да, вон, все встретились мы. Ура. Чё это у тебя за бабулька? Лидер. Ты у меня все очень долгожители просто. Пудахепа. Сам имя придумывал. У нее просто прошлая бабулька до 80, по-моему, с чем-то. Да, 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 до 80, да. О, у тебя красотка прям. Плюс там. Плюс два от прилегающих. Видишь, ну, масон, слушайте, походу... плавтия масон. Только у меня мужик, короче, царь всех остальных. Или, давайте, наверное, святилище да. Реально построю.
Блин, как мне сюда, до сюда расшириться? Блин. Интересуют таинственные дети. Ладно. Ладно, как своего, но у нас есть же наследница, поэтому я думаю, что это не страшно. Фига у Рима городов, там 8. Офигеть. Ух ты, у Юлия злое... Блин, реально с Юлиями надо как-то отношения улучшать. А, потому что... Зороастризм. Мне надо улучшать как-то отношения. Блин. Заключить мир, контролировать 5 старших специалистов. Не, пока свой путь. Пока мне это все не особо нравится. Так, один ход до навигации остался. Пока делаем армию, чтобы готовимся к высадке туда, к данам. Так, лаванда. В Риме есть. В Кордубу давайте. О, сейчас отправилась сразу. Так, гарнизон. Нам нужны беремы, чтобы вот сюда высаживаться и там город ставить, убивать данов. Тут хорошее, кстати, место. Тут красители, руда, мрамор. Плюс стратегически крутое, что мы вот это море вокруг себя будем контролировать. Так, хеты сильнее, Вавилон сильнее, грек слабее, Египет аналогично. В зороастризм. А у нас еще какие-то города, что ли, в зороастризме? 2 уже города. Аристократия, колесо со спицами. Давайте посмотрим. Так, во-первых, мы можем что-то, наверное, крепостничество примем. Дальше нам надо в метафизику. И она выпала, отлично. Вот метафизика позволит основать христианство. Т
Требуется город с иудаизмом. Чтобы у меня был иудаизм. А-а-а. Тогда, наверное, не дадут основать христианство. Мне не дадут основать христианство. Жаль. Так, там города соединены. Вот этот не соединен, правда. Так что у нас благовония появились еще. Тоже, наверное... Хотя, наверное, в Аквилею надо. Или в Рим. Нет, давайте в Рим. Метафизику сразу открыли. Так, аристократию тогда. Пускай поселится в Авентикуме. У нас и так дофига скаутов. Ну, в принципе, кроще можно. Ну и тут и защита тоже было бы неплохо. Вообще, я, наверное, бараки реально строил. У меня с ресурсами вообще все зашибись. У меня прям офигительный плюс на все идет. Так, этот лечим. Так, ну примерно равно идем. Вот Египет что-то отстает по очкам. А так, в принципе, норм. Но мне просто как Риму надо через войну играть. Так что так и будем делать. Кого-нибудь помладше хочу. Конечно, минус наука, но зато плюс приказ. Так что эту возьму. Так, что мы сейчас открыли? Аристократию. О, рост границ можно будет взять. Посла можем назначить, во-первых. Во, мнение семей плюс 65, зашибись. Так, это хорошо очень. Фаланга, сталь, чеканка монет. Вот, рост границ, вот это мне надо реально. Так, мне надо улучшить с фабиями. Берем, устроим. И надо перебрасывать юниты уже к границам, чтобы... Так, а я тут могу еще домик сделать. О, Вестерос, да? Прикольно. Ссылки заказывали, но...
А, он тут походил, будет считаться. Ладно. Так, а как я тут оказался? Да, еды, денег дофига у меня. Собственно, и камня... Да мне, собственно, всего дофига. Я думаю, что мне надо тупо сейчас спамить армию и, например, грека снести. Ну, не снести, а вот эти два города захватить. Он их реально не может защитить. Я думаю, это мои города. Сначала, правда, этих данов заберем. То есть мне надо дальше... куда-то в апгрейд юнитов пойти, чтобы апнуть пращников в лучников, соответственно, и мечников там в топорщик. На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже в плейлисте этого прохождения. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.